В кафедральном соборе Рождества Христова города Волгодонска также отметили 20-й праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Здесь глава Волгодонской епархии возглавил праздничную божественную литургию. Епископ Волгодонский и Сальский Корнилий вместе с духовенством и прихожанами торжественно встретил 20-е торжество, одно из самых знаменательных и волнующих душу каждого христианина. Это праздник в честь Благой Вести о зачатии Иисуса Христа, Сына Человеческого и Сына Божия.